Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам, которые тревожатся за Игоря Николаева. Накануне стало известно, что артист обратился в коммунарку, так как заболел. Певица сообщила, что результаты анализов пока не готовы. «Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас. Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет силы времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье. Умоляю, проявите уважение и дайте нам возможность выдохнуть и вдохнуть. Не беспокойте Игоря, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать, и ждать результатов анализа», – попросила артистка. Кроме того, Проскурякова подчеркнула, что до официального объявления диагноза она и ее семья никакой информации давать не будет. Между тем, Игорь Николаев, как и Лев Лещенко, присутствовал на дне рождения у Игоря Крутого. Ксения Собчак уже высказалась по этому поводу. В тусовке шоу-биза переполох. Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого. Опасность, таким образом, грозит всем присутствовавшим на празднике и всем тем, с кем гости праздника общались позже. Лера Кудрявцева, также оказавшаяся в числе приглашенных, до последнего ездила на работу, где часто снимала маску.